Всем привет, меня зовут Олег, мы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру God of War 4. Остановились мы на задании, чужак пришел, короче, к нам. В предыдущей серии мы сходили с Атреем, поохотились, он, короче, ничего не может, доказал нам, короче, и мы такие, ну, все окей. В общем, мы остановились на чужаке, прямо на том, прежде чем открыть дверь ему. И, в общем, давай продолжим с того места. Я специально на это место остановился, потому что там потом будет много вставок, много драки, и я бы в любом случае либо не успел бы просто это уместить хотя бы в 50 минут серии, либо просто бы прекратил это все дело прямо на середине, это было бы не очень хорошо, не очень интересно. В общем, давай продолжим. Я подключил джойстик, как ты видишь, наверное, потому что мышка с клавой прямо какое-то неудобное портированное говно, потому что ты, если помнишь, если не помнишь, посмотри, все кнопки, которые связаны как-то с мышкой или с прицеливанием, указаны просто буквой Z. Это вообще неудобно, вообще непонятно, потому что, насколько я помню, здесь еще есть кутаешечки в боях в некоторых, и когда он будет мне показывать Z, мне будет непонятно, мне нажать Ctrl, мне нажать левую кнопку мыши, правую кнопку мыши, либо колесико, потому что все эти кнопки просто обозначены буквой Z. В общем, давай продолжим. Давай смотреть, давай разговаривать с чужаком. Будет серия называться «Чужак» по-любому. По-любому очень оригинально будет называться. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно... Покрупнее тебе. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же, я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Ну, к концу игры все будет сделано, не переживай. Я предупреждал. Наконец-то! Мазохист съебанный. О да, еще. Еще бей меня. Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь я... Ой, джойстик с ума сходит. Джойстик вообще сейчас с ума сходит. Какое жестокое разочарование! Давай же! Так, подожди. На нахуй. Подожди. А, куда? Где? Сейчас. Ой, блядь! О, высек-то, высек, вот. Высек, нахуй, видал, бля, как я ему вдарил, как хорошо, нахуй, аж ветки полетели. Давай, иди сюда, только. Ты где? Оба, красная атака. На, щегол, ёб твою мать. Ты чё, сука, ты знаешь, кто я, блядь? Медленно, да. Ну тебе-то хватает. Опа. Иди сюда, собака лысая. А, ты не лысый, ну ладно. Это я собака лысая, точно.
заебал меня. Сука, ты говно ты в натуре. Если бы ты не был бессмертным, я бы тебя ушатал уже давно. Ты слабак. Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Иди нахуй, что тебе еще сказать? Почему тут две кровати? Ну я большой, как бы мужчина, там мне мало одной. На одну не помещаюсь, что делать? А, Зе, какая нахуй, Зе, встань. Смотри, там вообще в ахуе сидит, наверное, под поле, не вдупляет, что происходит там. Задел за живое, да? Чего? Да как он все равно Z почему-то показывает. У меня мышка подключена, он показывает Z, не дает. Кого ты прячешь? Никого, похоронил только что жену, потому и две кровати, долбоёб, отстань. Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Ульта, сука! Ну пиздец тебе, на нахуй. Охуенному все. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас какое дело? Так спрашивает, как жена какая-то, не знаю, типа, ты мне изменяешь с какой-то сучкой? Кто там? Не знаю. Пока нормально. Ты все еще скучен. Ой, все. У меня ульта кончилась, так нечестно, собак. Иди сюда, во, лишайник. Какой ты дурак! Ой, бля, по яйцам, прям по яйцам, да, серьезно, ты чё тряпка? Надо же, какой ты злой! Ты где? Бесполезно! По соске получил. Спокойной ночи. Ну давай уже. О, наконец-то. Ты уже заебал меня. Когда Один послал меня сюда, мне нужна была лишь правда. Но тебе. Я так и не понял, что ему было нужно. Давай, бей со всей силы. Он даже ничего не спросил, конченый какой-то. Один его отправил, что-то какая-то правда. Что ему надо было, блядь? Он так и не спросил. Знай, вот что. Я ничего не ощущаю. Не ощущаю, по-дурацки звучит. Не чувствую, бы сказал, но не ощущаю.
Ах ты ж, сука, заебал меня. Ты же сам видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Ну, пизды-то я тебе дать могу все равно. Как и твое сопротивление. Так ты спроси, что тебе надо-то для начала, конченый. Так ты не спросил, ты мне сразу начал по соске бить, олень. Он конченый? Ты сначала спроси, что тебе, сука, надо. Ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься. Я же не мой брат. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Так ты не спросил, тюлень. Покончим с этим. Чтобы тебе ответили, что на то, что тебе нужно, нужно, блядь, сначала спросить, олень ты ебаный. Блять, он почему-то всегда с него с прицел сбивается. Давай! Даю, как могу, блядь. Ой, блядь. Хорошо дал, нормально. Я не чувствую. Ща почувствуешь. Мой топор в своем заднем проходе. Не чувствую. Да я нажал блок, что за хуйня? Бесполезно. Ай, блядь, хорош. А как вернуть? Где мой топор? Как его вернуть, блядь? Топор вернись, сука! Топор, блядь! Во! Спасибо, блядь, вовремя. Получил в лоб нахуй топором. Да заебал. Пошел нахрен отсюда, достал-то серьезно уже. Так все, ну давай уже. Гаси его. Заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Еще не вечер, заебал. Какое зе, блядь, заебал с вами зе. Иди нахуй отсюда. Заебал. Заебал. Сука. Зе, почему он, сука, зе все время? Наверное, запустить игру надо, чтобы он как бы, ну... переквалифицировался на джойстик, потому что он заебал своими зе уже. Везде эти зе, 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 зе. Пока вот джойстиком не шевельнешь, чтобы он до него дошло, что я играю на джойстике, он показывает мне зе. А вот прикинь бы играл на клаве. Просто вот тупо зе показывает, и все. Что с этими зе делать, хуй его знает. Хорошо, что джойстик подключил. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Но если я тебя знал, значит, ты о прошлом знал. Спустя столько лет... Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Ну сам неси. Я не знаю, как это сделать без тебя.
оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Думал, что я его раскатаю в кашу. Да, ты прав. Ты прав. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Бля, сказали уходим, значит уходим. Чё ты споришь? Ты же этого хотел. Чё спрашиваешь, тупые вопросы задаешь? Говорят, уходим, батя. Значит, уходим, все, молча. Собрал шмотки и пошел. Докажу. Батя все еще ждет своего оленя на завтрак, алло. Так и не похавали же, ты че? А, просто за 15 минут его ушатали, нормально. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Я тебе спойлерну, это не та гора. Что тут случилось? Так что обломайся. Подрались маленько, что там по пьяни, ёпта, что достал там уже в натуре. Не задавай тупые вопросы, серьезно. Я откуда знаю? Чужак. Да не знаю я. Этот еблан сказал, нужно было просто сказать. А что сказать, он вопрос-то не задал, дебил. Ну какой-то отбитый, серьезно. Отбитый дебил. Не умер. А он что не прыгает-то, алё? Прохладно, блин, прыгай. Как прыгнуть? А, на кругляшок. Серьезно? На кругляшок. Окей, ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь? И не только. Мы делаем, это да, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же... Да, люди черти. Жить. Закрой свое сердце. Закрой свой рот уже, блядь, заебал ты меня. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Закрой свою пасть. Страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Ну а что ты тогда задаешь тупые вопросы, раз ты понимаешь? Всегда? Достал ты. Я откуда знаю? Ты же здесь живешь, ты дурак. Поможешь мне забраться? Я так чисто гость. Будет лучше видно. Сейчас подожди. Дай бате бабла полутать. Оп. Хоп, чида, хоп. Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Так, мне надо... А, все понял. Сможешь его опустить? Да я кого хочешь могу опустить, понял? Есть! Ну ты чё косой? Отдай. Хорошая идея. Ага, замечательно. Скидывай. Там просто что-то лежит, насколько я помню. Не просто так же это можно сделать, правильно? Это же логично. Если так нужно сделать, можно, значит там что-то есть. Знаешь, что-то туда надо пойти, куда-то ведро. Вон, что-то лежит. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношения и вешает повыше от воров. Оно старое. Да. Глупо. Что глупо? Поклоняться тупо. Богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться. О, там монстрам. Чемодан, стой. Хорош. Не, ну я не буду сбивать этот, как бы, подношение. Не хочу я туда слазить опять, потом опять поднимать этот мост, опускать. Ну его в пизду, пойдем. Там отец, соточка какая-нибудь левая лежит, я буду людей. Сейчас мозги там парить, да. Время тратить не хочу. Мирных? Все, нет. Что по пути вижу, я собираю. Видите? А если туда прямо что-то возможно. Добираться или что-то прямо сложно, не, спасибо, да. Не надо. А. Так, скинь на всякий пожарный. Скинь, а не слезь, ты лысый.
Смотри. О, превьюшка. Смотрю. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Чё непонятно? Твоя мать выбрала деревья, которые будут в костре, где она будет гореть. Чё сложного? Я, говорит, не понимаю. Идём. Не оглядывайся. А где моя эта хуйня-то? Дай сюда. Я забыл, прикинь, топор. Топор, блядь, забыл, серьезно. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Много. Серии 30, наверное. Не знаю я. Ладно, ладно. Ну, за зиму-то пройдем, наверное. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Снова драугры? Готов, жду приказа. Вот, я же говорил, можно бегать. А на клаве хуй пойми, как бегать, непонятно. Неплохо. Да где ты заебал? Куда он улетел? Слабенький топор, надо качаться срочно. Так, индикаторы угрозы изображают вокруг радиуса, указывают на врагов. Я в курсе, блять, уже поиграл. Ты чё, олень? Это так-то было надо писать еще в первом бою, когда я участвовал, блять, а не в этом. Да? Я никогда этой хуйней не пользовался, неудобно. Это как вообще? Все, соберись. Постой-ка маленько. Этому приятелю ебало набью. Еще враги. Ах ты собака, блядь. Да что, докинуть-то до него не могу, ебись ты, сука, задолбал ты меня уже там, алло. Ах ты мясо, сука. А где этот? Сверху-то стрелял. Я помог? Съебался. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. И чё, зачем он мне написал пара? А, вот. А в чём прикол? Типа, просто раскраска? Давай вот этот, этот прикольный. А тут ничего нет пока, какая-то роук. Броня. Наплечник обета смерти.
Че сделал? Воткнул руну, я сделал, вот что сделал. А сюда можно руну воткнуть? Есть? Нет? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. А чё он Атрея не переключает? А он Атрея не переключает. Видимо, пока нельзя или что-то поселение того. Йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл и в незнакомых. А, это, бля, ледяной, его надо так запинывать. Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Так, слабая руническая атака, невероятно быстрый выброс энергии отбрасывает всех соседних врагов и прерывает их действия. Не понял. Так, вы получили камень слабой рунической атаки. А, атака, руна. Руна для топора, понятно, давай. Переместите указанный вниз, ага, и нажмите крестик, потом еще раз крестик, затем... А, я понял, это не руна, а типа, я понял, типа удар, особенно удар, окей. Понятно, понятно. Покажи его, что он делает-то еще раз. А, оглушение, ага, понятно. Отлично, надо вот такие сундучки собирать. В них приемы находятся. А чё он вернет мне топор, ты пишет? Ну да, давай я сейчас впустую, блядь, использую ульту. Ну ты дурак. Я не хочу, отстань. Он говорит, типа, используй. На ком, блядь, ну на. Ого, как ты это сделал? Ого, вообще классно. Впустую, блядь, использовал. Сейчас на меня нападут, а она у меня не заряжена. Иди. Классно. Ага. Гениально, блядь. Вон гора. Идем. Погоди. Не спеши. Да, попрыгай на нем, да. Да, убедил, блядь, долбоёб. Помоги, отец! Держись! Скорей! Сейчас я тебя вытащу, пизды тебе там. Держись крепче! Я сейчас! Блядь, выбежал, попрыгал еще на нем, придурок, блядь. Все обошлось. Хватит, ага, бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, здесь не все живые. Траугры. Ну, не все живые. Но эти не движутся. Они мертвы? Не все. То есть нет, не совсем все. Мертвы? Не трогай его. Сын. Я тебя сейчас всеку. Живые, живые! А, степень опасности врага обозначена цветом, понятно. Ясно. Помни, меткость важнее скорости. Следи за ними. Да ебучий там козел меня стреляет. Да умри уже, заебал. Это последний. Ну как, лучше?
лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. О, читай. Ты же умеешь читать, читай. Не хочешь, ну иди нахуй. Посмотри. Я уже видел, я тебе сказал, читай. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Наверху! Не очень интересно. Кто-то ломает стену! Ох ты, сука! Ну, пидорас ты. А чё, всё? А чё так мало? Чё на хуйня, чё так мало-то было? Я еле успел одного-то ушатать. Да заебал! Да заебал ты, да хуй, сука! Он вообще прямо обосраться. Ты слышишь? Что это? Да это бабка эта сраная. Увидим. Помни. Не отходи. Увидим, бабка. Бабка вонючка. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Ну да. А чё, нет? Тебе чё, не интересно? Давай вылазь, собак. Да я поставил блок, старая ты сука. Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Я бы и не хотел вообще. Отдай. Какое время? Нормально, пойдем. Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться? А зачем сюда спускаться? А зачем сюда спускаться? А, ну ладно. Наебать копать. Наебать, он даже не почувствовал. Пиздюк выгреб.
Аккуратнее, ёпта мы. Все, что ли? А, ну вон золото дали. А, это для какой-то брони, по-моему, надо. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Ты не думай, у тебя не получается. Наверху. Подожди. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Метка. Ой! И дарила, сука. Да я нажимаю блок, хуйня какая. Смотри, тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывает. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Что-то у меня хпшки маловато, дайте хпшку. Сын. Ладно. А что это такое? Этот язык я уже видел. А, ну молодец. Что это такое? А, это, наверное, ульта, да? Типа заряд. Дайте хпшку, а, восполнить, алло. Ты сказал, что нас могут. Я там вижу уже руны, кстати. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Убийца. Понял? Убийца, ебать, обосраться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Я, кстати, вижу ебучего ворона. Я их помню, сука, они для ачивки нужны. Заебался их искать. Давай что-нибудь вкусное, вкусное. А, ну это здесь, ага, но это повышение. Так, два яблока необходимо для увеличения максимального здоровья, а два из трех. Ништяк. Еще одну штучку надо, и будет вообще хорошо. Хорошо будет, сука. Хорошо. Может, там две цепи? Может быть. Да, как догадался? Это
ХПшку дали, когда уже нахер не надо, спасибо. Сейчас здорово. Ведьма, 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 стреляй, стреляй, стреляй. Надо сначала старую, старую. Гаси! Пиздюк, где твои стрелы? Не, хуйня. Да заебала она, сука, старая. Да стреляй в нее, ты еблан. У меня сейчас ульта пройдет. Сука. Что-то было, блядь. Я думал, он в стену воткнет хотя бы. Да, тяжело. Отлично. Да. Ага, нормально. Я вообще в ноль не прокачанный. Конечно, меня нагибает. Надо что-то делать. Надо что-то искать. Надо что-то качать. А, я понял, я уже вижу, где кинуть надо. Не, назад, назад, назад. Получилось! Естественно, получилось. Гениальный. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасно? Как заметил? Фу, что за вонь? Мертвецы, ты сам только что сказал, дурак. Это скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Ну ты-то точно мясо? А мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Они осознали, что пиздец. Они осознали, что им пизда просто. Где там еще хрипит? Ах ты сука! Отец, помоги! Алтрей! Чё-то ты долго с этим людюшкой возился. Мальчик! Не шмыгай, заебал. Чё ты шмыгаешь, что он тебя сожрать хотел? Закрой свое сердце. Как он так говорит слово «закрой», мне кажется, он сейчас скажет «закрой свой рот».
Ну, так тихо это сказал, что я даже не услышу. Где Лофт? Они вернулись. Все кончено. Давай залазь. Тогда давай залазь. Надо искать выход. Тогда залазь. Вот. Я уже нашел, давай залазь. Вот, да, давно нашел, залазь. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Да давай ты быстрее, алё. Ой, время-то уже много, хары. Ну, сейчас там еще будет кашу варить, долго прямо, очень долго будет искать, и очень долго будет идти вот к этой веревке. Я потерянный. Давай быстрее. О, лови! Даже не дернулся, сука, мужик. Мужик. Цепь. Иди давай. Да, цепь, точно. Тебя что, подгонять пинками, что ли? Иди давай. Мысли. Не думай, он бы тебя убил. Он бы я тебя знаю, сожрал. Было нужно, я знаю, просто... Все просто, давай, я эту цепь тогда скидывай, придурок, домой. Время идет. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь, я просто... Ну и все, значит, давай, шевели батонами. Отдышаться. Поднимайся. Я готов. Это ничего не значит, все равно домой иди. Так, ну что, давай, наверное, на этом закончим. Потому что время уже прям почти 50 минут. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.